Всем привет, вы на канале Crypto Commons, и мы начинаем очередной обзор рынка биткоина. Немного вот так вот начинаем нестандартно, потому что хотел вам сказать, что нужно отвлекаться от рынка и выйти вот хотя бы прогуляться. И помедитировать, я не знаю, заняться чем-то спокойным. Потому что там, конечно, происходит зашквар. Вот, кстати, наша студия, кто просил показать. Мы собрали с ребятами студию и очень скоро замутим для вас офигенные джемаки. А пока давайте разбираться, что происходит с биткоином. Биткоин to the moon! Биткоин to the moon! Биткоин to the moon! Биткоин to the moon! Ладно, погнали на графике, короче, начинаем. Что у нас там происходит? Итак, ребята, теперь с помощью хлопка мы оказываемся в нашем уютном дворе, где поют птички, гуляют кошечки, и начинаем смотреть на графики. Если вам не безразличны темы крипты, обязательно ставим лайки, сразу же подписку проверяем. И начинаем. Значит, что у нас видно по биткоину на недельном таймфрейме? Ребятушки, ничего сверхъестественного. Мы очень круто тестируем сеточку EMA Ribbon, нашу любимую, посмотрите. И телом свечи Хайка наши не опустились ниже 0.38 FIBA от локального импульса. Все в рамках вполне здоровой коррекции сейчас происходит, даже если мы заколем еще ниже, как было вот здесь. Но похоже, что на самом деле мы уже не будем здесь закалывать еще ниже, постольку, поскольку мы имеем дело с экспонентой потенциальной, посмотрите. И когда у нас идет экспоненциальный рост, то у нас как бы откаты все меньше и меньше на самом деле. И все быстрее и быстрее. Поэтому сейчас похоже, что биток идет наверх, и мы это и видим на графике. И вот этот финальный закол, я думаю, что он уже случился. По TRDR, опять же, мы удержали уровень покупок, посмотрите. Да, у нас тут был, конечно, отъезд ниже, здесь были более крышесносные покупки. И удержали, соответственно. Ниже не ушли пока, но и реакции покупателей такой сильной нет. Если мы посмотрим, стакан, конечно, более бычий, то есть цену толкать наверх легче. Но пока мы не видим сильной реакции цены на покупки, скажем так. Пока, видимо, исполняет рынок лимитные покупки. И ждем, когда кто-то начнет по маркету исполнять, соответственно, заявки. То есть кого-то что это? Не обязательно кто-то будет покупать. Это кого-то начнет ликвидировать, банально. Шортистов, которые сейчас наберут шорты. Это мы смотрим BitDAO, кстати. По BitDAO лонг, как я уже и говорил, ребята, все те же цели. Это, я думаю, будет крышесносный лонг. Но дисклеймер, не финансовый совет, но я жду вот такую ракетку в какой-то момент. Может, не сейчас, там, а чуть позже, но я думаю, она будет. Вот, и что происходит, что то же самое по битку и по эфиру, где угодно. Шортисты налипают, цена идет наверх за счет них, то есть их стоп-приказы исполняются, и цена идет еще выше, потому что это покупки. И ликвидация — это тоже покупки принудительные. XRP, кстати, полетел, друзья мои. Ну как, локально полетел, показал зеленую дневную свечу. И на 4-часовике дал неплохой уже импульс. Ну, зашел я, конечно, не идеально, но тем не менее стою в нем, в том числе. Стою во всех позициях, на самом деле, ребят. Кто трейдит, напишите в комментариях, что делаете вы. Стоите ли вы сейчас, лонгуете, шортите, хеджируетесь. Я пока стою в лонгах, сейчас буду начинать их опять плавно сбрасывать. Где-то, я думаю, что вот на примере XRP, ну, где-то тут вот на следующем плато буду сбрасывать. И смотреть там опять локальную коррекцию какую-то. Но это все, опять же, по наитию трейдинг, это джаз, на самом деле, это импровизация. Это вам не так, что есть четкая прям схема, что делать, иначе бы все зарабатывали. Тут надо подстраиваться под этот рынок тоже, уметь. Что еще глянем? Лайткоин неплохо тоже отпрыгивать начал, чуть-чуть вперед. По лайтку, вот по локальному донышку более-менее тоже и зашел. Вот смотрите, что происходит сейчас. Биток собирается пробить 27 тысяч долларов. Интересно, когда вы это смотрите, он уже это сделал или нет. Что еще интересно? У нас в Телеграме вчера мы создали опрос, как по-вашему биткоин поведет себя до конца этого года. И здесь есть варианты ответа: уйдет ниже 20 тысяч. Есть вариант плавный рост, боковик, самый популярный. И самый непопулярный вариант, ребят, это уйдет выше 50 тысяч и обновит исторический максимум. 2500 человек уже проголосовало. Закреплю голосовалку в описании, в комментарии. Можете перейти тоже проголосовать. И вступайте к нам в Телеграм, кстати, обязательно, если вы еще там не состоите.
У нас там очень информативненько. Потому что вот 6 тысяч человек посмотрело, всего 2,5 проголосовало. Голосуем активней, узнаем мнение большинства. Потому что я лично думаю, что то, что биток улетит на новый all-time high, это сейчас самый непопулярный сценарий. И при том, что мы видим, что золото уже переписывает all-time high, там Dow Jones очень близок к all-time high, и вообще фондовый рынок тоже прекрасно себя чувствует. Чего не скажешь пока о крипте и о битке. Я думаю, что сейчас начнется просто неистовая история, типа как вот это, и весь наш теханализ, все наши индикаторы и паттерны, все просто будет не работать. Я имею в виду, все, кто будут предсказывать вершину, будут ошибаться, так же, как ошибались все, кто предсказывали здесь дно. Поэтому вот такой вот мой макро-аутлук, наверное, ребят, на вещи. Но, честно говоря, немного меня настораживает Bitget токен. Bitget токен уже очень высоко, ребята, и если и он, кстати, уже начинает падать, вот он уже начал шортиться, он, конечно, может в разрез с рынком сейчас попадать, но в целом, блин, ну куда вот, если сейчас весь бычий рынок, если сейчас биток продолжит рост, что, Bitget пробьет этот хай, что ли? Тоже возможно, кстати. Напишите, торгуете ли вы Bitget'ом, ссылка на Bitget тоже в описании, там можно его купить с плечом и продать. Ну и на Фемиксе в марджине я на самом деле начинаю формировать альткоин портфель, кто еще не в курсе, нулевые комиссии на Фемиксе в марджине, то есть вы можете одалживать вообще с нулевым процентом. Еще какое-то время, пока эта акция идет, но она идет уже несколько месяцев. И пока дедлайна нет, то есть они ее продлевают. И накапливать альткоин портфель. Вот, собственно, напишите мне, каких монет еще взять в следующий раз. И я подумаю над этим. Так что смотрим сейчас, ребят, в сухом остатке. Смотрим за тем, как RSI развернется. Недельный RSI развернется и удержит здесь некий аптренд. Как красная свеча Хайкенаши станет зеленой. Потому что на дневном таймфрейме у нас уже с вами зеленая свеча, но пока еще такая не особо оформившаяся. И MACD, тоже посмотрите, как MACD у нас здесь практически пересекся в бычью сторону на дневке, но нет, ушел еще ниже. Смотрим, ребята, как бы удержим ли, сможем ли мы удержать вот этот вот уровень и пробить уже наконец-то тридцатку, потому что, честно говоря, смотреть уже на это невозможно. Тузымунию быть, ребята, всем удачи в торговле, профитролей. Почаще отрывайтесь от графиков, пожалуйста, как я вам уже сказал. И хотя бы ходите погулять. Вот, а я вам покажу аргентинский закатик. Смотрите, какие пальмы тут у нас. Мы сняли просто капец вообще, реально. Домину, ну, на всю банду, как я вам уже показал. У нас тут будет студия, все дела. А пока вот просто посмотрите, как красиво солнце пробивается из-за деревьев.